Пострадавшему в ДТП подростку в Дербенте не оказали помощь. Об этом сообщают региональные информиздания «Аргументы» и «Факты». Водитель, сбивший на своем автомобиле 16-летнюю девочку, доставил ее в больницу, но сотрудники ЦГБ Дербента отказались принять ребенка без каких-либо на то причин. Не оповестив родителей, ребенка направили в частную клинику. На видео, опубликованном в социальных сетях, врачи не смогли ответить родителям, на каком основании поступление пострадавшей не было зарегистрировано. Разные люди говорят, что вашему племяннику нужна дочь. Слушайте, объясните мне. Что? Терапевт, травматолог, медсестра, фиксация пациента нужна быть. Регистрация пациента должна быть. Почему вы это не сделали? Немногим позже главврач больницы заявил, что в действиях сотрудников приемного покоя действительно есть нарушения. После проверки медперсонал будет привлечен к ответственности.